сосулькам позвонил, никакого результата. Сейчас, смотрите, все теплеет. Да плюс один тут обещают. У нас же дети. Огромные ледяные пики уже не первый месяц пугают жильцов дома по Деменева 9. Угрожают с декабря месяца, делится с нами Регина Александровна. Управляющая компания отказалась от обслуживания домов Деменева 9 и 11. Теперь жители не знают, куда обращаться и как им быть. В случае что, не дай бог, детей поведут. И вот тут вчера дети тут бегают. Вот такие, я уж им сказала, смотрите, говорю, сосульки, уйдите оттуда. Ну что, ждут опять смерти, что ли? Вот мне что интересно. Ждут случая смертельного. Потому что как всегда смертельный случай произойдет, как на Карла Маркса над Булочной, все зашевелится тогда. Как люди могут выйти из данной ситуации, посоветовал коммунальный эксперт, директор управляющей компании «Комфорт Новинки» Ринат Шайхинуров. Сорганизоваться, если такой нет управляющей компании, то есть все отказались. Тут, конечно, да, вопрос то, что жители раз сами довели до того. Почему? Потому что... Если чтобы отказаться от управляющей компании, значит, или управляющая компания сказала уже, все, нам надоело с жителями работать, кто-то жалуется. Это первое. Второе, просто сорганизоваться, скинуться деньгами и найти подрядчика, который все это уберет. Жители домов Деменева 9 и 11 не единственные счастливчики, в кавычках. Гулять мы не рекомендуем по Советскому проспекту под крышами домов 10, 22 и 46. Сосульки выглядят пугающими. По улице Льва Толстого обращаем внимание на дом 56. Не забывайте смотреть наверх, когда будете проходить под крышей этого дома. Та же история на Свердлова 51А. Для съемок этого сюжета я использовал каску. А как остальным жителям обезопасить себя? На всех ведь не напасешься. Да и выглядит не очень стильно. Отметим, что не везде так плохо. В основном крыши почищены, значит, управляющие компании в большинстве своем добросовестно подходят к вопросу. Только почему не везде? При наличии сосулек или наледи, или на ростов снега необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Управляющая компания должна прочистить, произвести работы по очистке, удалению сосулек. Как мы это выполняем, то есть мы подключаем подрядчиков, а также своими силами данные сосульки и наросты снега убираем. С пятого этажа сосулька летит со скоростью 17 метров в секунду. Крупный нарост приземлится с силой удара, равной столкновению с легковой машиной. После такой встречи несложно догадаться, что будет с человеком. Так что будьте бдительны и осторожны, смотрите наверх и помните, безопасность превыше всего. Евгений Казанцев, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.